то у нас раньше была мысль выбрасывать продукты. Невозможно. Клепсина голова у меня, плакат висел дома. Сейчас это еды просто, ну, неимоверное количество, понимаете, там люди едят это, выбрасывают это недоевшее, там, и как, что это такое? То, что он стал товаром, понимаете, а не способом пополнения энергетических дефицитов, которые у нас есть. А именно для этого нам нужны продукты. И нас постоянно рассматривают просто как жерло, значит, пищеварительного вулкана, в который, значит, надо запихать туда побольше еды. Это где бы вы видели, что идет заяц по лесу, а ему тут реклама: заходи здесь, кафе такое, тут ресторан сякое, там молекулярная кухня. И заяц такой идет, ну не знаю, ну куда бы пойти. Вот это превратилось в развлечение, это еда.